Какие события уходящего лета больше всего запомнятся? На этот вопрос отвечали наши телезрители. Как оказалось, почти у 70% опрошенных из-за пандемии лето прошло одинаково – дома. А вот 15% успели попутешествовать и рассказали, что не ожидали, что у нас такой красивый край. Впервые остались без отдыха на море этим летом 6% респондентов. 2%, несмотря на пандемию, запомнят это лето как одно из самых романтичных. Они нашли вторую половинку. Лето Галины Быковой запомнится тем, что у нее во дворе положили асфальт. Ольга Федосенко этим летом родила второго ребенка, а вот Наталья Свистунова вышла на работу после 6-летнего декрета. А у кого-то даже получилось съездить на море. Олеся Ситникова одна из таких счастливец. На этот же вопрос нам ответили и на улицах Перми. Карантин. Неопределенностью, сидением дома. Пожалуй, все. Но ведь в карантине были и положительные моменты. Можно было заняться семьей или тем, на что раньше не хватало времени, на саморазвитие. Да лето как лето, хорошее лето, как обычно. В отпуск не успели сходить, все закрыто. А в остальном все хорошо. Коронавирус, не можем никуда поехать, даже по территории Урала. Ну, в общем-то, ничего хорошего. Погода тоже, погода более-менее была нормальная в этом году. Но будем надеяться, что сентябрь будет хороший, теплый и хорошее впечатление произведет на нас. Работы было много из-за удаленки, потому что пришлось изменять образ жизни привычный. Но лучше пусть ее будет много, чем ее не будет. Всех по-разному. Это лето запомнилось тем, что пандемия, 2-3 недели мы не работали. За это время у меня в машине птичка свела гнездо. Да. А так лето как лето. Жаль, что мы в отпуск не попали. Мы обычно путешествуем на машине в Европу. К сожалению, границы на замке. Поэтому нам это не очень.